Я решила зайти в отдел, это садовый отдел. Сейчас тут представлены новогодние украшения. Мне очень понравился вот этот олененок. Такой белоснежный, симпатичный олененок. Фигурки всякие разные, новогодние. Все дышит уже преддверием Нового года, праздником. Всевозможные шары. Необычно. Еще и с перышками, с пухом, лебяжьим каким-то. И везде елочки. И так красиво. Они в этом году прям здорово так украсили. Ну, немножко могу вам показать даже ценники. Птички. Набор елочных украшений. 1630 тенге. Тут три белоснежных голубки. На прищепках. Да, очень интересно. Веночки. Ой, какие забавные гномы. 3430. Дед Мороз. А вот еще какой Дед Мороз, интересно. Колпачки. Легенький такой, ну это на елку, наверное, вешать, да, с петелечкой. Ой, это что такое удивительное. Тут даже, знаете, глаза разбегаются. Цветочки, это цветочек другой. Цветочек магнолии или лилии. Не расправленный, вот он, расправленный лежит. Интересный тоже цветочек. Цена у такого цветочка 960 тенге. А этот зеркальный весь переливается в пайетках. 680. Шары. Разнообразие. Вечер уже, народа мало. И я вот решила поразглядывать, да поснимать для вас. Ой, какая интересная. На батареечках. Сколько такое чудо стоит? Ага, вот оно. В заснеженной пещере 22 350. Красота. А вот ледовый каток. Ледовый каток тоже у нас недешево стоит, так скажем. Вау! А вот он, Дед Мороз, на своих оленях. Маленькие домики. Они, интересно, подсвечиваются? Да, на электричестве, наверное, светятся. Здесь тоже фонарик. Светится фонарик. Домики, прилавки. 24 подарка. Целый набор. Набор с фигурками, рождественским календарем. Ух ты, это адвент-календарь получается с фигурками. Сколько его цена? Красота. Часики. Даже камин в миниатюре. Домики. Ой, какие интересные. Большие, но они такие тяжелые шарики. Такое, наверное, на елку не повешаешь. Интересно. По-моему, там механизм и тоже подсветка внутри, да. Включим? Давайте попробуем включим. Но уже не работает. Уже, наверное, села батареечка. Дед Морозик там вращается вокруг елочек. 5550 тенге. О,
А вот тоже еще интересные олени. На подарок прям изумительно. И карачель. Плавно потихоньку двигается. И тоже подсветка, там маленькие диоды. Вот в таких коробочках продают. Так, цену не знаю. На эту карусель я, к сожалению, цену не нашла. Боже мой, да тут целого дня не хватит, чтобы все это обойти, рассмотреть. У нас год зайчика. Зайчик. О, а это стеклянные игрушки ручной работы. Вот такая лисичка, сестричка. Цена 1390. Лисички голубые, шары оранжевые, и вон беленький со снегирем. Тоже очень симпатично сделано все. Это, наверное, снегурки. Девочки снежные стоят. Это тоже стеклянные игрушки. Ручная работа. Грибочки, елочки. И цена на них. И даже медведь. Из мультика, наверное, Маша и медведь. Очень похож такой. Только цвет какой-то его желтый. Что, пойдем дальше? Какие-то гирляндочки. 3540 со стразами. Вообще-то я пошла посмотреть орхидейки. Ну, такие деревянные лыжи. Сколько такие лыжи-то стоят, тоже неизвестно. Боже, да тут сколько прилавков, я тут не обойдусь. Ну, еще чуть-чуть для вас поснимаю. Это китайские пластиковые игрушки. Такие я не люблю. Ну, хотя они тоже бывают очень милыми. Елочка золотистая. В золотом цвете, в красном цвете, а вот серебро. Серебро тоже великолепно смотрится. Колокольчики, снежинки, цветы. О, интересно, первый раз вижу ключики. Ключики, ключики. Серебряные. А это что? Магик. Ой, он звонит. Новогоднее украшение стекло. Колокольчик. Слышите, да, там бусинка, и он звонит, побрякивает. Птица счастья. Павлин. А вот это тоже интересные гирлянды, посмотрите, как. Ой, тяжелые, шишки натуральные, покрашенные краской. 3990 стоит. Ну, наверное, здесь метра два такой гирляндочки. Восхитительно, прям как будто в сказке блуждаешь. А вот оно в синем цвете. Серебро в синем. Ну, эти игрушки из пластика, они недорогие. Можно себе позволить. Наборы шаров. Это что-то такое тоже. Паутинки. А, это цветок какого? Понсеттия. Рождественский цветок. Только почему-то голубой, а не красный. Какие они все необычные красотки. Боже мой, я бы все взяла. Ёжик. Ёжик без ножек. Ой. Снегурочки. Это тоже какие-то из пластики. Калибрик. Цены на калибрик. Здесь все белое. Очень хорошо, что они разделили по цветам. Это очень даже приятно.
беленькая. 690. Ангелочек с мандалиной. Даже не знаю, я не настроена сегодня ничего покупать на Новый год, еще рановато. Такая гирляндочка в золотом цвете. Хлопушки. Хлопушки. Так. Во, вот это что-то интересное. Ой, она легенькая. Это филин или сова? Лохматенькая такая. Компания птичья. Так, так. О, вот она сидит. Ну, конечно, она большая, на такой елке за 200 тысяч. 200, да, не ошибаюсь? Нужны крупные игрушки. Белая полярная сова. Ну, ее, конечно, расчесать, поправить, и она будет очень-очень добротно, красиво смотреться. А лапки такие интересные. Маленькие мешутки. Мешутки, звездочки. О! Виноградины. Виноградины. Видела сейчас, женщина несла интересных белых мишек. Хочу их найти. Не заметила пока. Где эти мишки? Брала. Вот они. Я нашла этих мишек. Мамочка с двумя медвежатками. Очень красиво. Под елочкой, если поставить, удивительно. Необычно. Это листочки. Листочки золотые. Мини-шарики такие прям миниатюрные. Красненькие. Ух ты, какие белки. О, белка мне тоже очень нравится. Фигурка декоративной белки. 5500. Я прям это захотела. Белка, как она должна сидеть? Она вот так. Очень симпатичная белка. Вот она какая. Красотка. А вон они, мишки. Беленький. Ох, какой медвежонок. Украшение медвежонок. 1850 тенге. Ну, такой симпатичный. Этот у нас без лапки. Этот без глаза. Ну, бывает. А я на них не обратила внимания. Птичек-то вот этих я вам показала, а мишек не увидела. Пергола такая зимняя. Прям зимняя сказка. Чудесно. Хорошо, что мы приехали вечером. Я вам могу все показать. Людей мало. Я никому не мешаю. Но олени мне тоже очень понравились. Наверное, олень тоже стоит 5000. Фигурка оленя, да. Вот ценник. 5500. Олень тоже мне понравился. Белка замечательная и олень хорош. Хорош. Так, ну что, пойдемте дальше. Все-таки я хочу посмотреть орхидеи. Они были там, по-моему. Они на кассе стоят. Я хочу мини-орхидеи посмотреть. Не нашла я орхидеи, зато увидела иллюминацию. И покажу вам цены. Ажиотажа нет. Прям восхитительно, как мне это все нравится. Да, но цены у них тоже такие. Кусучие. Немножко. Давайте посмотрим вот эту, допустим. 8900. 4,5 метра. 8900. Так, это что? 11 900. 6 метров. Не поняла. А 4,5 это 6. 6 метров 11 900 стоит. На видео, конечно, не так оно смотрится, как воочию. Но представление можно иметь. Вот эти олени тоже симпатичные.